50-летие со дня рождения, 25-летие творческой деятельности отметил заслуженный артист России, саратовский актер и режиссер Игорь Багалей. 6 мая на сцене Академического театра драмы состоялся единственный показ спектакля «Камино». Поздравила юбиляра и наша съемочная группа. Теперь уже маститый актер Саратовского академического театра драмы Игорь Багалей в свой день рождения на сцене вместе со своими учениками. В бенефисном спектакле «Камино» по книге Бернара Раймона заслуженный артист России играет главную роль. «Камино» в переводе с испанского «путь». Все началось 11 сентября 1996 года. На закате солнца. На мне мои большие кожаные ботинки – рюкзак за спиной, который весит 12 килограммов. Свой первый выход на сцену в театре драмы в далекие 90-е годы ученик курса Валентины Ермаковой до сих пор помнит в деталях. Я еще будучи студентом пришел сюда, это был спектакль «Опасные связи» по Шедерло де Лакло. Я играл главную роль Вальмона. Знаменитая роль, такая большая роль. Вот. Кино много раз выставлены. Замечательное было время. После этой роли сценическая жизнь Игоря Михайловича пошла в гору. Ноздри в постановке «Брат Чичиков», «Лопахин в вишневом саду», «Граф Альмавива» в «Женитьбе Фигаро», «Судзинский» в «Белой гвардии». Эти сыгранные роли теперь эталон мастерства для студентов Игоря Багалея. И многие из его учеников мечтают выйти на одни подмостки со своим учителем. Мне недавно снился сон, что я каким-то странным способом играл в спектакле «Женитьба» с Игорем Михайловичем. Вот, не вот буквально накануне. Так что, а так определенно я не могу сказать. Мне очень нравится спектакль «Урод», и мне бы очень хотелось сыграть его с Игорем Михайловичем. Но это мечты. Вслед за славой в театре пришло признание на телевидении. Экспериментальным и сразу же успешным стал проект на телеканале РЕН-ТВ «Саратов. Геометрия красоты». Вы действительно близкий для нашего телеканала человек. Наши двери для вас всегда открыты. Хотелось бы пожелать вам хороших новостей и побольше счастья и улыбок. С днем рождения вас! Я считаю, что я как-то профессионально рос на этом, потому что, не было опыта съемок тогда в кино, а это все-таки какое-то маленькое-маленькое, кино было. У нас даже там были постановочные кадры иногда были, костюмированные, веселое было время, хорошее время. Сейчас за плечами актера немало киноролей в отечественных фильмах и сериалах. Чаще всего Игоря Багалея приглашают на пробы полицейских и бандитов, но работая в этом жанре, он не забывает и родные подмостки театра. Мне хотелось бы, конечно же, пожелать вам неиссякаемой творческой энергии, чтобы на ваши спектакли всегда висела табличка «В кассе все билеты проданы». 6 апреля Игорь Багалей отметил сразу два юбилея – 50-летие со дня рождения и 25-летие творческой деятельности. За это время заслуженный артист России сыграл более 60 ролей в театре и несколько в кино. Юбиляр говорит, что завершать свою карьеру пока не намерен, ведь в отличие от других маститых артистов, еще не знает, какую роль он должен сыграть перед уходом со сцены. А роль сыграть свою последнюю, какую-то яркую, незабываемую, это какую мне судьба подарит, наверное, так и будет. Екатерина Ковальчук, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.